На территории Видновской районной клинической больницы завершается строительство центра диспансеризации. Модульное здание возводится в рамках пилотного областного проекта. В новом помещении можно будет пройти полное обследование организма без очередей. Ход работ проверил глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Здесь можно будет пройти первый этап диспансеризации. Пройти его можно будет менее чем за 2 часа. Это достаточно удобно, жители не будут никуда в другие места направляться. Здесь же будет и маммограф, и флюорограф, вот тоже готовятся к сборке. Здесь можно будет и анализы сдать, и врачи-специалисты пройти. Все необходимые кабинеты для профилактического осмотра населения собраны в одном месте и будут обеспечены современным диагностическим оборудованием. Это позволит более оперативно выявлять заболевания на ранней стадии. История возникновения именно вот этого объекта модуля диспансеризации, она как раз связана с тем, чтобы развести потоки людей здоровых, которые приходят превентивно посмотреть и, может быть, найти какую-то заболевание, болячку, но она не открытая и, скажем так, даже не заразная для людей. И одновременно они не подцепят эту болячку, придя в поликлинику, куда, в принципе, человек приходит по необходимости, понимая, с насморком там, или с какой-то простудой. Блок диспансеризации будет работать в 2 смены. В день обследования смогут пройти до 150 человек. Кроме проверки здоровья, здесь можно пройти медицинскую комиссию для получения водительского удостоверения и вида на жительство. С нуля разработали само помещение, значит, его оснащение, наполнение, количество кабинетов, форму, в том числе и маршрутизация внутри. Сейчас в здании завершаются отделочные работы. Производится наполнение кабинетов мебелью и оборудованием. Открытие учреждения планируется весной. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.